Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня поделюсь рецептом шарлотки с абрикосами. Он настолько прост, что справиться с ним может даже ребенок. Рецепт рассчитан на форму диаметром 24 сантиметра. Абрикосы мою, нарезаю произвольными дольками. Стараюсь выбирать плоды потверже, тогда они не пустят сок во время выпечки и пирог не будет мокрым. Разбиваю в миску 3 яйца. Муку добавляю в миску с яйцами. Добавляю сахар. Кстати, пропорции шарлотки очень простые. На 1 стакан сахара идет 1 стакан муки и 3 яйца. И все. Никакого разрыхлителя, никакой соды, простое, но вкусное тесто. Слегка перемешиваю ингредиенты ложкой, затем взбиваю миксером до тех пор, пока смесь слегка не побелеет и не увеличится в объеме. Я знаю, что многие добавляют в шарлотку желтки и белки по отдельности, то есть перемешивают с мукой и сахаром желтки, затем взбивают белки и вводят их в тесто. Да, можно поступить и так, но результат будет одинаковым. Это же шарлотка, быстрый пирог, зачем же усложнять? Просто смешайте все в миске и взбейте миксером, и получится отлично, поверьте. Форму для выпечки смазываю сливочным маслом, выливаю на дно немного теста, примерно четверть от общего количества, и равномерно распределяю его. На тесто укладываю одним слоем абрикосы. Если вы не уверены в том, что вам достались сладкие плоды, то присыпайте каждый слой абрикосов столовой ложкой сахара. Сверху на абрикосы выливаю еще немного теста, еще четверть, и снова распределяю его по фруктам более или менее равномерно. Вкладываю второй слой абрикосов и укрываю его оставшимся тестом. Отправляю пирог в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, на 35-40 минут. Когда верх пирога позолотится, его можно доставать. Подаю шарлотку к чаю с пылу с жару, горячей, только что из духовки. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!